Так, котики, все готово. Я позвонила Ирен, она уже сейчас выезжает, заедет за мной, и мы поедем на фотосессию. Так, интересно, уже девчонки приехали, многие, все друг другу говорят, какая погода, идет ли дождь или не идет, потому что реально, ну, мы видели, да, небо, и где-то ливень прошел, а нам все-таки хочется фотографии сделать. Вот, плед, конечно же, я не беру, потому что я не думаю, что мы плед прям расстелим там. Вот. Но взяла с собой бутерброд, наделала это. Колу с собой взяла, потому что воду... Мне почему-то колу сегодня хочется. Ну, потому что вчера было спиртное, поэтому сегодня хочется какой-нибудь гадости. Вот. Ну, ладно. Ладно. Вот. Главное, что привела себя в порядок и... Все, я готова, вот именно жду просто Ирен. Вон висит мой второй образ, платье. Надеюсь, оно не сильно помнется. Но на самом деле на фотографиях не видно, когда помятая где-то. Даже если вдруг ты где-то помятость увидишь, можно отфейстюнить, короче, все, и будет опять все гладенько. Вот, так что Ирен сейчас за мной заедет, и мы поедем на фотосессию. Это так круто, кстати, вообще. Мне очень нравится. Не знаю почему. Не могу сказать, что я очень люблю фотографироваться. Я, кстати, больше даже фотографировать люблю. Но как-то вся атмосфера, вот это едешь куда-то, образы разные. Ну, видимо, я еще та извращенка, любящая образы, поэтому... Котики, ну что, идет дождь. Я надеюсь, что там не будет дождя. Хотя бы какой-то период, чтобы можно было сделать фотосессию. А так идет дождик. Я зонтик взяла, конечно, но все равно. Дождик идет прям. Блин, обломно. Надеюсь, сейчас закончится это все. Ты будешь... Меня всегда при себе. Прям нырнули. Обычно там детей не видно. Хорошо, давай попробуем. Ну, представь, сейчас сюда, допустим, привозят людей, которые хотят тут полетать. И что? Это шрашка. Прости, все-таки надежда. Слушай, а крутая фотка, кстати, будет даже. Такая в американском просто стиле. Были на этом... Мы были на устье Дона, веселый, mm-hmm. короче, туда, 100 с лишним километров. И мы жили в таких домиках, там кондиционер, mm-hmm. там туалет, ну, то есть там вообще полностью целиком домик, он прям цивильный. Так, котик, ну что, идем. Какой красивый. Блин, сейчас дождь ливанет, зараза. Точно ливанет. А! Ух ты. Тут прям мероприятие какое-то целое. Так, ну что, ну надо идти. Да чёска, конечно, все до жопы. Все опускается, потому что очень уж влажно. Лен как летит. Местное болотце, да, какое-то.
давай. Добрый день! В эфире СМУС Радио, город Ростов-на-Дону. И с вами корреспондент Диана. Сегодня у нас проходит авиафотосессия на авиадроме Дугино. И сегодня здесь с нами присутствует руководитель направления СМУС Style Mom Анастасия Миненко. Анастасия, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями о сегодняшней фотосессии. Сегодня просто невероятная, чудесная фотосессия, и погода просто соответствует нашему настроению. То есть она такая экстремальная, необычная, невероятная, такая же, как и наши участницы. Мы решили провести эту фотосессию не случайно, потому что такая фотосессия, она помогает девушкам раскрыться, почувствовать себя увереннее в себе, показать себя во всей красе. Сегодня присутствуют на фотосессии девушки из проекта Smooth Lifestyle, наши невероятные модели. Но самое главное, что они приехали сюда не только не сами, а взяли с собой своих деток. Авиатори специально для них сделал невероятную экскурсию, курс молодого бойца. И в это время, пока деток развлекали сотрудники авиатория, мамочки могли позволить себе попозировать на самолетах, дельталетах. И фотографии получатся просто невероятные. Еще раз огромное спасибо вам, Анастасия, за то, что помогли организовать эту потрясающую фотосессию и такой замечательный досуг для наших моделей. Девушки, приходите к нам в проект, мы вас ждем. Добрый день! Сегодня меня зовут... Подожди, Диана, да? Не надо мне вообще ничего говорить. Да почему? Добрый день! Меня зовут Диана, и сегодня у нас проходит авиафотосессия на авиадроме Дугино. Здесь присутствует руководитель проекта «Новая я» Анастасия Миненко. Анастасия, расскажите, пожалуйста, нам, почему именно девушки должны приходить в ваш проект? Наш проект дает девушкам возможность почувствовать себя по-новому. Сегодняшняя фотосессия это доказывает. Фотосессия на дельталетах, самолетах, а также возможностью полетать. Обновите себя, приходите в наш проект, станьте новой, лучшей версией себя. Мы всех ждем на наши марафоны, фотосессии, проекты. Девчоночки, у нас форс-мажор, идет какой-то там циклон, не знаю, в общем, какая-то фигня сейчас начнется, прям будут загонять в ангары сейчас все самолеты, потому что будет какой-то ураган минут через 10. Ребята говорят, что мы в таком, при такой погоде обязательно все закрываем, и все начинается ливень. Так что смотрите, что происходит. Вот такое небо, смотрите. И вот это сейчас ливанет. Говорю, может, вы ошибаетесь? Но нет. В аренду. Okay.
Ребятки, слушайте, я всегда хотела попробовать пожить вот в таких вот домиках. Именно попутешествовать, пожить. Не знаю, как у вас бывали такие желания? Так, все, мы собираемся и едем уже домой. Так, котики, все, уезжаем. Это видео. Мне нужен адреналин. Это было круто. Да, прям вообще. Вообще. Я прям довольна. Вот. Я довольна сегодняшним днем. Не зря я 3 часа поспала. Встала. Ты в клубе была, что ли?